Скажи вкратце, как прошли сборы, готовы ли к матчу, как дома, соскучились по стадиону? Да, в принципе, нормально прошли. Самое главное, без травм. Пару неудачных результатов, но я думаю, все равно не имеет никакого значения за Лигу Европы и чемпионат. Конечно, я думаю, все скучились это, своим квартирой, семьей. Думаю, уже все. По психологии уже лучше стало, я думаю, что все будет хорошо. Как тебе наше сегодняшнее мероприятие, встреча с болельщиками? Ну да, конечно, приятно. Надеемся, что полный стадион будет. Это премьера все равно в Лиге Европы, поэтому будем стараться как команда. Показать хорошую игру. Это были твои первые сборы в качестве тренера, а не футболиста. Как ощущения, что можешь рассказать? Что-то новое для себя открыл? Ощущения только положительные. Ну, конечно, открыл много чего. Теперь не физически больше труд, а умственный. Поэтому очень нравится. Думаю, что все получается у нас задуманное. 26-го игра. Дай бог, чтобы все сложилось для нас удачно. К сезону, думаю, готова команда. Что можешь сказать о сегодняшнем мероприятии? Как ты думаешь, зарядит ли как-то это наших футболистов на победу? Ну, конечно, такие мероприятия только положительно сказываются. И контакт между футболистами, болельщиками, тренерским штабом должен быть всегда. Поэтому побольше таких мероприятий будем. И от нас, и от вас это должно исходить. Почаще бы. Столько улыбок и для детей, и для взрослых. У нас полностью обновился дизайн формы и тренировочной, и игровой. Что можешь сказать? Ну, черная форма вообще божественная. И сама экипировка, конечно, красивая. В экипировочном центре футбольного клуба Уфа представлен большой ассортимент испанского бренда Джома, где можно приобрести игровую форму, сувенирную продукцию, сделать оригинальное нанесение логотипов и фамилий. Приходи, город Уфа, улица 50-летия, октября 28. Наша республика, наша команда.